we're back. И мы снова тут. Be out in a second. Not now. Okay. Так, приступим к десерту. Let's do it. Just... Ow! Gotta get this fixed, babe. Someone's gonna get hurt. Так, нет, она пока не надо. Нож на всякий случай возьмем. Привет. Ну, раз я забрал обе кружки, то я закончу накрывать на стол. Значит, бессонница, да? Даже не представляешь. Надеюсь, ты будешь это пить. Так, стол накрыт. Не хватает кружки. Ладно, ну теперь держись. Отлично, приступим. Буря все ближе. Где она должна выпить кружку с таблетками? Да. И лечь спать. Мы поели. Так, другие темы. О, голова. Ох, я что-то так устал, ни с того ни с сего. Ого, я, пожалуй, прилягу ненадолго. Говорим позже. Так, окей. Дверь закроешь, да? Но не закрыла. Детка, жена без сознания. Нож. Нет, нож, наверное, не надо. Так, дверь закрываем. Попробуем просто их. Здесь будет видно. Наверное, их все-таки надо сюда. Так, и прячемся. Прячемся в шкаф. Так, надо еще дверь закрыть. Выключить все. И свечки забрать.
Телефон, наверное, тоже заберем. Police, open up. Так. Прячемся. Либо надо послать его туда, потом разрезать себе эти амутики. Хотя он вернется. Ну бросьте, я знаю, что вы дома. Откройте дверь. У меня есть ордер. Открывайте. Иначе я ее выбью. Выбьешь? Сами напросились. Что за? Так, может, пора уходить. Так, его ударил током без сознания. То мы можем его зарезать. Ага. Револьвер, стяжка, стяжка, нож, телефон. Стяжка на него. Хорошо, продвинулись. Ох, что? Что? Ах ты мелкий говнюк. Ты еще никогда так не ошибался. У тебя один шанс. Сейчас же меня отпусти. Тупой сукин сын. Я собирался тебя пощадить, но теперь ты сам напросился. Послушай. Сказать о своей невиновности, спросить о часах. Спросить об обвинении в убийстве. Так, спросите. В чем именно нас обвиняют? Отпусти меня немедленно. Да ну. Серьезно. Ты серьезно. Это... А, хорошо, я в порядке, в порядке. Так, я выйду через минуту. Так, ну, видимо, все надо повторять. Приветик. Чуть подзависло. Так, хорошо. Так, просто... к десерту. Делаем все то же самое. Fixed, телефоне сначала покопаться. Так, мы сюда сядем. Thunder. I wasn't expecting a storm tonight. Так, давай.
Стол накрыт. Table set. Nice. Мило. Теперь подождем. Come on, I know you're home. Open the door. Там открыто. Еще можно на замок именно навести. Есть кто дома? Hello? Эй, это полиция, выходите. Come on out. What the? Что за... Сознание, но спит в другую сторону. Так, стяжки, револьвер, нож, телефон. Стяжка мимо по-любому. Завязываем. Так, стяжки на ноги, если возможно. Он уже в наручниках. Так, револьвер. Вытянутая стяжка. Телефон. Так, позвонить свой. Отправитель, пчелка. Пап, не забудь позвонить до сеанса. Ладно, ты постоянно забываешь. А после сеанса я слишком устаю. Удачи сегодняшним днем. Я понимаю, как ты волнуешься. И бы ты был рядом. А рак это отстой. Люблю тебя. О, папа, фильм вот-вот начнется. Это не начнется фильм. Но у нас есть номер его. Правда, не успели прочитать. Так, из чего сделана чертова голова? Главное запомнить номер. Так, позвонить пчелка. Эй, привет. Номер мне дал ваш отец. Что? Сказать, что ее отец хочет арестовать вашу жену. Сказать ей, что день повторяется. Поговорить о раке. Мы не успели. Так, поговорить о раке. Послушайте, я знаю, в какой вы ситуации. Мне вас очень жаль. Рак — это ужасно. Так кто вы? Пошел в жопу. Серьезно, все? Погоди. I didn't hear you come in. Not now. Okay. Hey. Привет. Sorry, я сейчас не могу вам ответить. Оставь сообщение после гудка или напишите мне. Так, хорошо.
Что мне здесь все опять повторить? То же самое. Все то же самое. Надо было другие успеть прочитать. Let's do dessert. Let's do it. Ow! Gotta get this fixed, babe. Someone's gonna get hurt. Так, все, дальше ты сама. Дальше ты сама. Да, не за что. Так, тут пока без сознания находится. Да, мы на руки скручиваем, он сразу пробуждается. Попробуем по-другому. Либо его зарезать вообще. Револьвера это будет громко. О, мой head. I'm so tired all of a sudden. Так, ну, по-моему, сама закроет дверь. И здесь. И выключит свет. Подождем. Now we wait. Так, можем сделать проще. Можем открыть дверь. Okay. Будет еще быстрее. Это полиция, выходите. Забираем. Сразу лезем в телефон. Так. Ты не прости, я слишком агрессивно себя вела. Мы сначала все прочитаем, чтобы... Тут разные еще. Страховая есть. Так, позвонить свой. Ах, хорошо, уже легче. Так, есть у нас страховая.
Нет, страховая не включилась сюда. Так, позвоните пчелка. Эй, ваш папа говорит, что моя жена убила твоего отца. Помогите. Хорошо, он хочет ей навредить. О чем вы вообще? Что вы несете? Сказать ей, что день повторяется. Спросить, может ли она помочь. Что вы с ним поговорите? Вас он послушает. Может, ей не надо было никого убивать? Я хочу сказать, забудь мой номер. Так не прокатывает. Автоответчик. Так, попробуем по-другому. Да, погоди. Not now. Okay. Так, можешь с ней поговорить. Так, про полицейского. He's gonna... Okay. The cop. What? My dad is... Так, допустим... Ладно. Попробуем еще раз через эту пчелку. Наверное, с ним можем поговорить. И по полицейским. Так, дверь закрой. Чтобы не мешались. Эй, ваш папа говорит, что моя жена убила своего отца. Помогите. Хорошо, он хочет ей навредить. О чем вообще? Что вы несете? Так, жена нас не заметила, что мы здесь. Сказать ей, что день повторяется. Послушайте. Я застрял во время петли, я не могу понять. Что такое? Так, по-моему, жена еще не в курсе, что я дома. Так ведь. Так, а откуда он эту картину не видел? Так, все, спалил. I didn't come in. Not now. Okay. Так, теперь можно набирать. Нет, все уже. Oh, I forgot to call the landlord about the light switch. Mind doing that tomorrow? А, замок закрыт. I wasn't expecting a storm tonight. Я всегда ключами это делал. And we're back. Если мы включим свет, спрячемся. Он что-нибудь догадается? Все равно щелкнуло. Так, телефон. Нет, так, наверное, не получится. Может, так пробовали. Окей. Пропускаем. Сказать ей, что день повторяется. Я не могу понять. Ага, и все, она просто вешает трубку. Ясно. Хорошо, тогда что у нас? Выбора немного. Делаем все так же. Let's do this. Let's.
wasn't expecting a storm tonight. Заходить мы не будем. Having trouble sleeping, huh? You have no idea. Это для тебя. Главное не перепутать стол. Thanks for helping with the mics. Спасибо, что помог с кружками. На, не за что. Так, в принципе, можно везде свет включать. Так, дверь мы открываем. Hey, you left the door open. Дверь не закрыл. Так специально. Again? Так, опять. Babe? Малыш? Да. Let's talk later. Спать пойдешь? Ты сбилась. Where are you going? Обеденный стол. Where are you going? Oh. Babe? Так, вот она отрубилась. Ой, чёрт. Я знаю, это очень больно. Мне очень жаль. Но с тобой все будет хорошо. Через секунду ты проснешься. Ты босиком. О, боже, о, чёрт. Мне так жаль. Жена, мертвое тело. Подарок, книги. Мертвое тело. Плохо. Come on, I know you're home. Open the door. Так, ладно. Подождем так. Он же тоже должен нажать выключатель. What the? Что за? Don't fucking move. Не двигайся. Okay, you're under arrest. Так, вы арестованы. Don't move. Не такой исход я ожидал. Пока ножа у нас нет. К сожалению. Can't open that with just my hands. Ну, ключами он тоже вряд ли откроет. I gotta cut my hands free. Бэм. Что с ней случилось? Мне надо с ней поговорить. У нее есть старые часы, необычные. Знаешь что-нибудь об этом? Я знаю, где часы. Спросить его о болезни дочери. О, как. Твоя дочь, она больна? Это угроза? Думаешь, мне стоит угрожать? Рассказывай, как ты узнал о моей дочери? Сказать ему, что проверял его телефон. Сказать ему, что он тебе об этом уже говорил. Пригрозить, что его дочь пострадает. Так, допустим, пригрозить. Отпусти меня. Или я займусь твоей дочкой. Ублюдок. У меня вот-вот терпение лопнет. Видимо, терпение лопнуло.
Так, нам надо как-то его вырубить и прочитать его телефон, такой же нормально прочитать. На перемотке. А, хорошо, уже легче. Так, и нож все-таки взять. Так, ладно, мы пока включим. Теперь у нас. Боже мой. Время идет. Ты в порядке? Черт, больно. Слава богу, что я был в обуви. И не говори. Я рада, что ты в порядке. Так, то есть... А, и все. Ясно. Только он первый раз нормально включается. Не ждал, что вечером будет буря. Так, понятно. Так, а мы уже все тогда, получается. Уже не сработает. Так, то есть два раза. Значит, мы включаем. Ну, ее по-любому спать надо уложить. Not now. Okay. А, и вот она краска уходит, она первый раз включает свет сама. Главное его не выключать. Так, часы мы пока не трогаем. Да, это тебе. Thanks for helping with the table. Пожалуйста. Я думал, ты нож возьмешь. Мы, кстати, должны нож взять. Пригодится. Is everything okay? Так, наверное, надо фотографию взять, чтобы ему показать. Так, промахнулся. Hey. Малыш. О, все, садимся. Все в порядке. Так, заодно можно. Или уже нельзя? Про подарок уже нет разговора. Hey. Hey, we're eating? Come on, man, she's using it. Oh, my head. Come on, man, she's using it. I'm so tired all of a sudden. Oh. Ого, я, пожалуй, прилягу ненадолго. Говорим позже. Так, вот сейчас она не забагалась. И она пойдет ложиться. Так, ну, собственно, мы тоже можем лечь. Проснемся, он сейчас должен лежать.
Нет, нас мы будем сидеть, наверное. Я уже не успею. Мы же вроде как в тени сидим. Должен зайти и включить. Don't fucking move. Нет, так не получается. This picture. Say another word. Скажи еще слово, я тебе в глотку вобью. Так. Okay, you're under arrest. Don't move. Вы арестованы, не двигайтесь. Так. Понятно, не получилось так. Значит, нам по-любому надо быть в шкафу. Это мы проверили. I fucking warned you. Мы можем встать. Правда, ненадолго. Нет, подожди, подожди. Мне нужно прекратить драку с этим типом. Да, делаем все то же самое. I didn't hear you come. Not now. Okay. Может, как-то проще можно без вот этого, без всего. Просто взять снотворное, соединить. Oh, I forgot to call the landlord about the light switch. Теперь просто дать. Doing that tomorrow? Прокатит. Воды? О, да, спасибо. Я как раз собиралась налить себе. О, так проще. И лезем в шкаф. Так, нож не забыть. А нет, сейчас она с нами, наверное, поговорит. Я что-то так устал, и ни с того, ни с сего. Ого, я, пожалуй, прилягу ненадолго. Поговорим позже. Так, а так она свет не включается. Правильно же? Да, она сюда не заходит и не включает свет. Соответственно, надо сначала включить. Там выключить. Зайти сюда. Так, сначала дверь открыть. Телефон достать. Так, и закрыть дверь. И ждем. Самый быстрый вариант — просто дать ей воды. Now we wait. С таблетками. Что за? Так, все забираем. Умычки используем в любом случае. Нож, револьвер. Торс. Но мы его убили. Связали руки и убили. Отлично. Так, ну теперь мы сможем прочитать. Так, нормально прочитать сможем.
пап, не забудь позвонить до сеанса. Ладно, ты постоянно забываешь. А после сеанса я слишком устаю. Удачи с сегодняшним днем. Я понимаю, как ты волнуешься. Хоть бы ты был рядом. Рак, это отстой. Люблю тебя. Сегодня. Так. И ты меня прости, я слишком агрессивно себя вела. Я просто ужасно устала. Рада, что ты меня выслушал. И я смогла заставить тебя передумать. Люблю тебя, пап. Целую. Так, наши неоднократные попытки напомнить вам о необходимости погасить задолженность были проигнорированы. Ваш долг передан внешнему коллекторскому агентству. Предлагаем немедленно связаться с нами и вернуть задолженность. В противном случае вашей кредитной истории будет сделана соответствующая пометка. Так, нам надо нажать на этот номер и позвонить. Спасибо, что позвонили в компанию Blue Car. Звонок может прослушиваться и записываться в обычных целях и для повышения качества услуг. Все операторы сейчас заняты. Оставайтесь на линии. С вами свяжется первый освободившийся оператор. Так, пац на линии. Кровь такая растеклась. Так, ну это, видимо, все операторы сейчас заняты. Так, повесить трубку. Так, да, у нас перестраховая. Надо было набирать номера. Так, страховая, пчелка, но у него только два номера. Так, мне только что звонили из больницы, сказали, что хотят поговорить с тобой насчет оплаты. Все нормально, пап? Я сказала, чтоб звонили сразу тебе. Так, страховая. К сожалению, мы так и не получили от вас ответа по поводу задолженности. Ваш долг будет передан внешнему коллекторскому агентству в прошлый месяц. Я так устал, и хотела бы я, чтоб ты был здесь. Это так несправедливо. Спасибо, что ты так меня поддерживаешь. Мама бы тобой гордилась. С тобой я чувствую себя сильнее. Ненавижу свое самочувствие после сеансов. Имя — это ужас какой-то. Как я хочу, чтобы ты был здесь. Прошлая неделя. Можешь мне поверить, папа? Я тоже волнуюсь. Просто послушай меня, ладно? Мы справимся. Страховая, на вашем счете образовалась задолженность. Просим вас вернуть полную сумму в течение следующих 30 дней. Мы передадим ваш долг внешнему коллекторскому агентству, если не получим оплату. Угу. Ясно. То есть для этого ему нужны деньги. Так. А что будет, если мы ляжем просто спать? Ну уж я так понимаю, у него такой же. Это ничего не изменит. А, нож. Ладно, ляжем спать. Нет, серьезно. Так, ну надо выйти просто, наверное. Здесь, наверное, тоже двери не... времени будет двигаться. Ждать-то нечего. Да, ждать нечего. Так, хорошо, выходим. И мы снова тут. Так, надо позвонить в страховую, значит. Спасибо, что позвонили в компанию Blue Car First. Звонок может прослушиваться и записываться в обучающих целях для повышения качества услуг. Все операторы сейчас заняты. Оставаться на линии. Так, пробуем. Еще раз. All
не работает. Либо в какой-то момент надо позвонить. Так, пчелка. Эй, так, Филс, WhatsApp, помогите все, хочет ее навредить. Так, спросить, может ли она помочь. У вас он послушает. Может, ей не надо было никого убивать? Я хочу сказать, забудь мне номер. Так, может, после этого надо звонить в страховую. Нет, не работает. Так, хорошо. Так, там уже свет включила. Главное, чтобы она не заметила. Я сейчас, если я буду сидеть, это придет быстро. Бла-бла-бла. I didn't hear you come in. Not now. Okay. Rude. Here's this. I'm not thirsty anymore, but thanks. Не хочешь пить? Серьезно? Так, а теперь? Here's this. I'm not thirsty anymore. Это плохо. Походу, надо вначале было ей давать попить. Потом уже не работает. I didn't hear it. Not now. Okay. Так, надо все закрыть. А, и здесь можно замок закрыть. Серьезно? Так, отлично. Так она пьет. Если она уже попила и поставила, то уже пить она не будет. Так, может, здесь тоже замок есть? Нет, здесь нет, только ванна. Skies and the heavy. I'm so tired all of a sudden. Oh, I'm just gonna hold on. Так, хорошо, иди приляг. Страны. Мы дверь закроем. Oh, these are for the front door. Закрыться можно только изнутри. Хорошо. Ждем.
Now, we wait. Anyone home? То есть убивать его нельзя. Точнее, можно, но смысла в этом нет. Police! Come on out! Что мы можем? Listen. Послушай, так, скажите своей невиновности, спросите часах, спросите его о болезни дочери, спросите обвинении в убийстве. Так, наверное, болезни дочери все-таки. Твоя дочь больна. Твою мать, ни слова больше. Освободи меня сейчас же. Так, спросите о часах. Зачем тебе эти часы? Что? Я пришел за твоей женой. Отпусти. Так, сказать ему, что ты знаешь про часы. Слушай, я знаю о карманных часах. Поздравляю, а теперь отпусти меня. Так, зачем ты нас хочешь убить из-за этих часов? Два. Ты бы убил нас ради часов? Ты хоть настоящий полицейский? Эй, придурок, ты напал на меня. Ты ничуть не лучше меня. Так, спросите об обвинении в убийстве. Ну да. В чем они на нас обвиняют? Отпусти меня немедленно. Ох. О, что? Ах ты мелкий говнюк. Ты еще никогда так не ошибался. Тебе один шанс. Сейчас же меня отпусти. Тупой сукин сын. Так, ну допустим. Ну ладно, не дело. Я тебя предупреждал. Так, пистолет. Мы его пугаем. Что-то как-то мы его слишком напугали. Так, все как-то очень плохо. Так, телефон. Мы берем страховую. Думаю, с его телефона. Оно все занято. Так, может, конечно, надо ждать. Я просто нажимаю кнопку, и написано, что все заняты. Так, попробуем позвонить дочери. Ох, папа, фильм вот начнется. Я вам потом перезвоню. Я же просил позвонить мне раньше. Люблю тебя. Эй, привет. О, фильм вот начнется. Ага. Туда и сюда так ответила. А, вот как мы можем сейчас. Это же наш, получается, телефон. Какой-то из них. Мы с его номера позвонили на свой. Где у нас теперь есть его номер?
почему-то нет. Ну, позвонить свой. Hey, I can't come to the phone right now. Please leave a message. Соединить их. Не понимаю, что делать. Надо позвонить на этот номер. Так. Убираем. Так, не так. По идее, свой. Так, ладно, 415. Так, 415-555-0101. 515. Попробуем. Раз он так не хочет. 415-555-0101. Hey, I can't come to the phone. Ну, по идее, все срабатывает. У нас номер не высвечивается. Именно его. По идее, должен. Так, время. What? Что? Подожди. Ах, проклятие. Проклятие, проклятие. Ясно, то есть есть время. Так, хорошо. Мы возьмем это. Мы возьмем нож. I didn't hear you come in. Best night ever. Let me know when you're... Yeah, I will. Так, делаем все то же самое. Okay, let's sit down. Great. Хотя десерт-то не обязательно. Да, не будем так делать. And we're back. Oh, I'll be out in a second. Not. Okay. Так, а здесь тоже есть раковина. Так, она что-то не заметит? Да, так она тоже не замечает. Так, хорошо, здесь мы-то один раз включаем. Предлагаем ей воды. Hey, I finally remembered to put the spare key out. Oh, yeah. Так, в принципе, можно лечь на кровать. Так будет быстрее. Нужно. Включена, она выключит. Ничего страшного не произойдет. Рядом. Отлично. Так, прячемся. Так, дверь. Надо открыть дверь. Закрываем. Ждем. Сейчас поступим чуть-чуть по-другому. Телефон на всякий случай возьмем. Так, все забираем. Тяжки.
и прострелим. Здесь можно выбрать торс, голова, рука, нога. Голову, конечно, интересно, но пока в ногу выстрелим. Он пока без сознания. А, черт побери. Теперь можно с ним разговаривать. Слушай сюда. Так, спросить его о няне. Вот, так вот можно даже сразу. Так, хорошо. Что ты знаешь о няне? Кто? Няне, с которой у старика был роман. Что вы о ней знаете? А какое тебе дело до няни? Это было много лет назад. Так. Спросите о часах. Зачем тебе эти часы? Черт, мне нужен врач. Да уж, ну знаешь, если ты меня вынудишь, я сделаю тебе часы. Давай же, твою мать, чертовы часы. Ты вот представляешь, сколько они стоят? Деньги? Это все из-за них? Ты бы убил нас из-за денег? Ты вообще ничего не знаешь. Я что-то знаю? Твоя жена. Ее отец. Он мне был как родной. Ты знал его? Знал его. Он научил меня всему, что я знаю. Он был добр ко мне, как никто другой. А это чудовище убило его. Так, спросите о его отношениях с ее отцом. Ты же знал ее отца. Да, он был добр ко мне, научил меня многому. Я перед ним долгу. Теперь, пожалуйста, развяжи меня. Так, просить об обвинении в убийстве. В чем они нас обвиняют? Ты что, действительно не знаешь? 8 лет назад она хладнокровно убила отца. Так, почему ты все еще преследуешь мою жену? Как убили ее отца? Откуда ты знаешь, что это она? Зачем вообще ей совершать подобное? Так, как убили ее отца? Как умер ее отец? Она выстрелила в него. Канун Рождества 8 лет назад. Впрочем, тогда не убила его. Затем под Новый год она вернулась и закончила начатое. 2 выстрела с близкого расстояния. Жестоко. Что? Погоди, что? Нет, нет, это неправда. Она сказала мне, что убежала в канун Рождества. Ого, ага. Но к Новому году, в Новый год она была тут. Но она была в 100 километров оттуда, когда его убили. Конечно, ее там не было. Докажи это. Она убийца, убийца лгут. Доказательств у тебя нет. Так, у нас есть фотография. Так, откуда ты знаешь, что это она? Допустим. Почему ты решил, что она это сделала? Конечно, это была она. Тот же ствол, та же комната. Это же очевидно. Так, может быть, она невиновна. Это был кто-то другой. Должно быть так. Слушай, к Новому году ее уже там не было. Конечно, не она. Докажи это. Теперь развяжи меня. Так, он... У меня кровь. Что тебе надо? Так, возьмем фотографию. Ты чудовище. Чудовище. Так, сейчас мы докажем, что это не она. Черт. Было трудно встать, да? Не встать? Слушай сюда. Так. Поговорить об убийстве. Так, а про болезнь, кстати, да? Твоя дочь больна. Твою мать, ни слова больше. Освободи меня сейчас же. А, не хочет. Так, поговорить об убийстве. Так. Почему ты все еще преследуешь мою жену? Это было так давно. Я не прекращал поиски и наконец-то нашел подсказку, которая привела меня сюда. Так, спросите о подсказке. Кто дал вам подсказку? Карманные часы, которые она украла. Она пыталась их продать. Владелец ломбарда нам рассказал. Так, как убили ее отца? Она выстрелила в него. Канун Рождества, бла-бла-бла. А, доказано. Понятно, надо вот так вот. Полицейский. Посмотри на фото. Что там? Посмотри на дату. 31 декабря. Это день, когда она его убила. Нет, нет, это день, когда его убили. Но она была в 100 километров оттуда. Я не понимаю. Черт, нет, это была не она. Она его не убивала. Кто мог убить ее отца?
Так, кто мог ее убить, ее отца? Я не знаю. Все указывает на нее. Так, ящик. Попробовать. Я никому не расскажу. Так, попробуем. Детскую одежду. Эй, смотри. Милый кабинезончик. И что? Все. Так, телефон. Узнаешь? Отдай. Так, можно вторую ногу прострелить. Не надо, у меня есть дочь. Мертвое тело. Не получится открыть голыми руками. Так, ладно, со второй ногой было лишнее. Oh, shit. Он мертв. Ну, а себя можно застрелить? Серьезно? Ну давай, хедшот. Промахнулся, что ли? Подожди, но... Ах, ну черт побери.